Последняя работа написана в 1973 году, когда я работал в Чили. А в Чили я работал в 1972-73 годах. И это, значит, остров Пасхи, принадлежащий Чили. Вот. И мотив таких больших скульптур неизвестен человечеству. Что это там было, как они были громадные эти гиганты были поставлены так вертикально. Интересный писатель из одного камня. И вот это я написал, она демонстрировалась однажды на Чили. Ну и все, и потом было заброшено. И это вот я сюда представил ее на эту выставку. Загадки исчезнувшей цивилизации.